Ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что нужно получать поздравления и дарить подарки. И мы с Дедушкой Морозом уже на все это готовы. Дед, пойдем поздравлять народ. Ой, пойдем, внученька, пойдем. О, как я люблю это дело, поздравлять, всем подарки дарить и всего-всего самого хорошего желать. Ну что, беру дедушку под руку, и мы пошагали, пошли. Здравствуйте, Снегурочка. Ой, а мы же не просто так подошли к вам. Так. Мы все-таки пришли с пожеланием, чтобы в следующем году было лучше, чем в этом. Чтобы были крепкие, здоровые, почаще улыбались. Ну, а там уже, как говорится, финансовое благополучие. Это очень правильно. Ну, Саша, а может, вы нам что-нибудь пожелаете? Ну, вот старый тост есть такой. Так, это мы любим, старенькое. Выпьем за то, чтобы наши желания обалдели от наших возможностей. Исполнение всех желаний, обязательно съездить куда-нибудь, отдохнуть, лучше на море или в горы. И, конечно, самое главное, чтобы ковид нас навсегда покинул. Да. Бери скорее маленький подарочек, его под елочку, ночью в новогоднюю ночь, вот такой вырастет большой. Хорошо, спасибо, дедушка Мороз. С Новым годом вас! С Новым годом, спасибо. Да. А с наступающим всех Новым годом, счастья, здоровья, вот всем Деда Мороза под елку. А кому-то Снегурочку. Чтобы не болели, чтобы прошел наконец этот ковид. Ну вот, а Дед Морозу хорошей погоды, чтобы не таяло ничего в Новый Надо год. Стараться. Желаю всем счастья, здоровья, чтобы в Новом году у всех все желания исполнились. Тоже всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья, чтобы не было проблем ни у кого с ковидом, не было проблем с деньгами, с любовью. Счастья и здоровья. Хочу пожелать всем любви. Это самое главное, самое главное. Все говорят, красота спасет мир. Я думаю, что любовь спасет мир. Красота только к войнам приводит. Вот. Любви, любовь делает женщину более красивой, мужчину более добрым. Вот. Жизнь прекрасной, душу легкой. Берите за посох скорее. У нас сейчас какая проблема? Ковид? Да. Прогоним его из нашего города. Да, чтобы не было. Чтобы вообще не... давайте. Раз, чтобы, держите, держите. А чтобы и не помнить про него. Два, три. Ковид из нашего города. Уходи. Уходи, да, уходи. Так. Раз, два, три. Ковид, уходи. Да. Раз, два, три. Ковид скорее, уходи. Обязательно исполнится. Обязательно исполнится. Прогоним этот ковид, прогоним все несчастья. Раз, два, три. Ковид из нашего города, уходи. Ага. Прогоним его. Давайте. Раз, два, три. Ковид скорее, уходи. Раз, два, три. Ковид скорее, уходи. Уходи. Ну что ж, друзья мои, вот и Новый год наступил. Время волшебства, любви и подарков. Ну хотя это каждый день можно повторить. Но сегодня настоящая зима. Поэтому я желаю вам самого крепчайшего здоровья, самых больших улыбок, самой крепкой, взаимной любви и всего-всего, что вы только захотите. А то, что ковид у нас в городе, да ну его отправим в Великий Устюг, там в лесу-то он по-любому заблудится. Там еще ни одна гадость не выживала. С Новым годом вас!